Что вот главное в работе воспитателя? Ну, обычно говорят, любовь к детям. А я думаю, что это не любовь к детям, а вот смелость определенная и мужество вот с этой профессией прожить всю свою жизнь трудовую. Это очень многое. И позитив. А любовь к детям, она... Ну, если ты не любишь детей, зачем вообще идти воспитателем? Это как бы априори, это даже не обсуждается. Ирина Александровна Стародубцева уже 32 года работает в первом детском саду. Из них 20 лет она его возглавляет. Стаж руководителя у нее внушительный. Впервые Ирина Александровна возглавила детский сад в 24 года. Но начала она трудовую деятельность в должности воспитателя. Ирина Александровна отмечает, что за 38 лет работы в детских садах Сарова ее окружали добрые и отзывчивые люди, готовые всегда прийти на помощь. Знаете, если я сейчас начну перечислять, я столько людей назову, с которыми у меня были какие-то хорошие, теплые отношения, понимаете? Которые как-то, не знаю, вот, ну, меня поддерживали, вот, понимаете, назначили заведующего вот такого огромного учреждения. Ну, я считаю, что мне вот как бы повезло на окружающих людей, от которых я очень многому научилась в этой жизни. И вообще как бы и не только по работе, но и по жизни. Ирина Александровна в буквальном смысле заведует детским садом, руководит и управляет. Все у нее под контролем. Ни одна минута не проходит в праздном безделье. За время съемок она успела пообщаться с воспитателями и детьми на улице, поработать с документами и даже под прицелом камеры провести совещание. Для любого руководителя самое главное, я считаю, это люди, которые, с которыми он работает. То есть подобрать людей, которые вот эту ответственность на себя возьмут и будут выполнять все те, так сказать, предписания, которые существуют, и будут реализовывать те программы, которые реализуют учреждения. Я считаю, что мне вот в этом плане повезло, потому что у нас очень хороший коллектив. Ирина Александровна руководит особенным детским садом. В «Лесную сказку» приводят малышей, у которых есть ограничения по здоровью. А это еще большая ответственность. И детки попадают в сказку. Только в роли волшебницы-фей – воспитателя, которые с особым трепетом и любовью заботятся о детях. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».